Компания достаточно неплохо подготовлена. С точки зрения презентации нет каких-то глобальных вещей, которые можно там придраться. Скорее вопросы стратегические, которые мы указывали, а это именно в рамках размера рынка. То есть, условно, нет смысла идти за деньгами, которые должны вложить в компанию, если вы не строите чего-то большого, условно. Да, то есть, если вы хотите построить маленький, небольшой бизнес, то правильнее его делать либо на свои деньги, либо там на какие-то семейные, либо кредиты, еще как-то. Если вы хотите, чтобы когда пришел кто-то большой инвестфонд, ангел или суперангел и сказал условно, что вот вам миллион долларов, стройте, то тогда цель должна быть на 10 миллионов долларов и на 100 миллионов долларов. Потому что иначе человеку с миллионом, там, с 10 миллионами, когда он раскладывает по одному, нет смысла этим заниматься. Да, потому что и ликвидность другая у маленьких проектов, и просто неинтересно банально.